Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Заснул? Мы с Кузей решили устроить настоящее представление. Поможешь нам? Мы с Кузей решили выступить с фокусами. Я буду показывать картинки, а Кузя определит, на обороте какой картинки написана та же буква, что и на календаре. Это сложный фокус. Он требует выдающихся телепатических способностей. А если Кузя не будет справляться, покажешь ему нужную картинку? Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Еще бы! Что-то моя телепатия не срабатывает. Подскажешь мне? Слева, внизу. Отлично! Ничего себе! Да ты тоже фокусник. Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Я в отличной форме. Какая-то соринка в третий глаз попала. Поможешь мне? Слева, наверху. Спасибо большое. Это да! Получилось! Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Еще бы! Что-то моя телепатия не срабатывает. Подскажешь мне? Справа, внизу. Отлично! Ничего себе! Да ты тоже фокусник. Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Я в отличной форме. Какая-то соринка в третий глаз попала. Поможешь мне? Слева, внизу. Спасибо большое. Это да! Получилось! Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Еще бы! Что-то моя телепатия не срабатывает. Подскажешь мне? Слева, внизу. Отлично! Ничего себе! Да ты тоже фокусник. Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Я в отличной форме. Какая-то соринка в третий глаз попала. Поможешь мне? Слева, наверху. Спасибо большое. Это да! Получилось! Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Еще бы! Что-то моя телепатия не срабатывает. Подскажешь мне? Слева, внизу. Отлично! Ничего себе! Да ты тоже фокусник. Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Я в отличной форме. Какая-то соринка в третий глаз попала. Поможешь мне? Справа, внизу. Спасибо большое. Это да! Получилось! Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Еще бы! Что-то моя телепатия не срабатывает. Подскажешь мне? Слева, внизу. Отлично! Ничего себе! Да ты тоже фокусник. Отлично! Мы справились! Да мы просто молодцы! Пойдем посмотрим, что там дальше. А здесь у нас большая площадка. Много свободного места. Можно делать, что хочешь. Давай поможем генералу Шеру разобраться с новенькими жуками. На луг прибыли новые жуки. Их необходимо построить и отправить к месту постоянного пребывания. Но строиться они умеют только по алфавиту. Поможешь нам построить жуков в алфавитном порядке? Для этого нужно взять следующего или предыдущего по алфавиту жука
и поставить в строй. Вот, прибыл еще один отряд. Их тоже нужно построить. Приступаем. Молодец! Давай поставим еще одного жука в строй. Правильно! Давай поставим еще одного жука в строй. Молодец! Давай поставим еще одного жука в строй. Жуки построены. Шагом! Марш! Вот прибыл еще один отряд. Их тоже нужно построить. Приступаем. Правильно, давай поставим еще одного жука в строй. Молодец, давай поставим еще одного жука в строй. Жуки построены. Шагом, марш! Вот прибыл еще один отряд. Их тоже нужно построить. Приступаем. Правильно. Давай поставим еще одного жука в строй. Отлично. Давай поставим еще одного жука в строй. Жуки построены. Шагом, марш! Вот прибыл еще один отряд. Их тоже нужно построить. Приступаем. Правильно. Давай поставим еще одного жука в строй. Отлично. Давай поставим еще одного жука в строй. Молодец. Давай поставим еще одного жука в строй. Отлично! Давай поставим еще одного жука в строй. Жуки построены. Шагом, марш! Вот прибыл еще один отряд. Их тоже нужно построить. Приступаем. Правильно! Давай поставим еще одного жука в строй. Отлично! Давай поставим еще одного жука в строй. Что-то здесь не так. Попробуем еще раз. Правильно! Давай поставим еще одного жука в строй. Жуки построены. Шагом, марш! Отлично! Мы справились!